Экстремизм и терроризм – ответы на насущные вопросы. Эту тему обсудили на республиканском семинаре в Комсомольском районе. Терроризм – угроза обществу. Ключевое направление борьбы с ним – профилактика. В подобных семинарах принимают участие лидеры молодежных общественных организаций, педагоги и школьники. Ведь именно молодые люди чаще всего подвергаются давлению. Зачастую они даже не знают, что совершают противозаконные действия. И мы не хотим, чтобы наши дети вовлекались в эти террористические акты различные, это течение. Поэтому такой вопрос рассматривать в нынешнее время очень актуально. И такой семинар, который сегодня проводится в нашем районе, это очень важно для наших детей. Дети, наверное, с этого семинара вынесут для себя очень важное решение, что экстремизм – это очень страшно, и не надо этим заниматься. На подобных семинарах стараются укрепить у молодых людей толерантное мировоззрение, терпимое отношение к людям вне зависимости от национальности, религии и социального положения. Но, к сожалению, именно на этой почве много спекуляций. И очень важно, чтобы молодежь четко разделяла понятия «другая культура» и «чуждая идеология».